Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы изготавливаем вот такие вот кулоны, которые носятся на кольцах, на платках. Каждый из кулонов имеет карабин, то есть можно всегда менять. Вот на кольце, на платке установлено тоже небольшое колечко, и вот на это колечко можно вешать вот эти вот кулончики на карабинах. То есть сейчас висит серебро с золотом. Вот у меня справа золотой и слева серебряный. И их можно менять по настроению, потому что на платке кольца тоже чередуются. Серебро, черненое серебро, вроде как золото. В общем, подходит все. Эти кулоны сделаны из фимо. Видите? И в них вставлены... Ну, вдавлены, не вставлены, а вдавлены. Различные стеклянные глазочки, которые выпали из старых украшений. Затем уранская крошка, стеклышки. И затем с обоих сторон установлен обниматель. И висит еще какая-нибудь подвесочка. Ну, вот я вам сейчас покажу поближе. Вот видите, это муранская крошка. Вот камешки. Это мелифори. Вот там еще такие, видите, золотые блестят. Это тоже от каких-то украшений глазочки. Они в оправе. Их можно использовать тоже. То есть это не играет роли. Можно даже какие-то сережки старые. Но должно быть стекло. Стекло или металл. Потому что все это запекается. И если это будет не стекло, все расплавится. Я вам покручу, сейчас покажу поближе еще. Вот этот вот золото с серебром, как вы видите. Вот. Это просто золотой. И вот у него внутри, вот видите, ямочки такие. Это вот везде камушки. И вот еще просто серебряный. Ну и сейчас мы сделаем с вами вместе такой кулон. Для изготовления нам потребуется фимо, моделирующая масса, того цвета, который вам нравится. Я делаю это в основном из черной моделирующей пасты, потому что черная смотрится очень красиво, когда покроется золотом или серебром и образуется трещина, и сквозь трещины будет выглядывать вот этот вот черный цвет. Ну, можно делать и из других цветов, кому что нравится. Можно использовать также вот такие вот пачки. Это кернит, это тоже моделирующая масса, но другая марка. Эта масса запекается, и после запекания она становится твердой. Итак, начнем. Нам понадобится кусочек моделирующей массы, в моем случае это черного цвета. Я использую сегодня кернит, потому что у меня много кернита и мало фима. И для этого кулона очень даже это подойдет. Мы хорошо разминаем эту моделирующую массу, чтобы она стала эластичная. И затем формируем понравившуюся нам форму. Вот сделала я уже вот такую вот форму. Я сделаю в этот раз немного поменьше. Вот, посмотрите, размеры. Вот видите? Это вторая колбаска побольше. Сегодня я сделаю поменьше. Сделали мы эту колбаску. Она не должна быть идеальной формы. Сделали мы эту форму. Вот. Видите? Затем измеряем наш пин. Пройдет ли он сквозь эту колбаску? Хватает ли нам его? Мне хватает. Следующий шаг. Теперь мы берем металл. Металл, как я уже сказала, это вот по-русски это называется, кажется, сусальное золото. Это очень тонкий листовой металл, золото, серебра или еще каких-то металлов. И вот мы достаем его. Ну, обычно для этого используют специальные кисти. Есть у меня кисть, но я как-то, честно говоря, вот ей не особо умею. Поэтому я обычно все делаю руками. Попробую я сейчас вытащить. Вот, вытащила я ее. Ну,
Не очень у меня получается с кистью, поэтому я буду делать руками. Нам тут особая точность не нужна, как при золочении, например, картинных рам. Вот мы расправляем кусочек металла и аккуратно покрываем эту бусину металлом. То есть у нас моделирующая масса сейчас сырая, и она очень хорошо соединяется с любым металлом. Вот, приглаживаем мы ее, стараемся покрыть бусину полностью. То, что у нас получилось в результате. Вот видите, вся бусина покрытая металлом. Такая вот колбаска. Теперь пришла очередь наших цветных стеклышек и глазков от старых украшений. Их можно использовать даже вот с креплениями. Есть у меня, например, глазки, на которых нет уже крепления, просто стекло. Обязательно должно быть стекло. Никакой не пластик, не имитация. Есть у меня глазки вот такие вот, с металлической оправой еще. От чего-то они там отпали. Их можно использовать тоже, потому что они полностью утопляются или утапливаются в этом кулоне. То есть нам нужно, чтобы просматривалось только стекло. И вот как мы хотим, например, вот где у нас пестрое. Вот, видите, поставили глазок. И вдавили. Не бойтесь, что у нас форма нарушится. Все это мы потом поправим. Нам в любом случае нужно, чтобы вот это золото, которым мы покрыли, чтобы оно потрескалось. И то есть при вот этих наших манипуляциях с глазками оно будет трескаться и образовывать такой красивый мусто, что нам в принципе и требуется. Ну и сажаем на этот кулон все, что нам нравится. Как я уже сказала, это должно быть только стекло или металл. Глазки закрылись после того, как мы сделали уже. Ну, например, мне хватит уже. Мы можем взять какую-то палочку, например, вот как у меня, бамбуковая, и немножко еще высвободить наши стеклышки побольше. Потому что в процессе моделирования этого кулона, конечно, когда мы стараемся с одной стороны что-то поправить, может закрыться с другой. Вот у меня, например, вот видите, почти закрылось одно стеклышко. Вот высвобождаем их. Вот у меня закрылось одно стеклышко. Высвобождаем его тоже. То есть нам не нужно здесь какой-то аккуратности. Наоборот, чем топорнее работа, тем эффектнее смотрится этот кулон. Вот поправили мы так слегка. Вот видите, какой он у нас получился. Такой слегка грубый. Вот. И теперь берем пин, одеваем на него обниматель. Стараемся проткнуть нашу бусину посередине, чтобы у нас пин вышел с другого конца. Вот сейчас, вот видите, у меня ушел в сторону он немного. Наверное, я сделаю сначала палочкой.
Так будет мне удобнее. Пин он тонкий слишком. И моделирующая масса, она плотная относительно. И он в ней просто-напросто гнется. Ну, вы можете проколоть какой-то длинной иголочкой. Можете штопольной, можете вязальной. Вот втыкаем мы этот пин с этой стороны. Вот видите, он оказался теперь короткий. Поэтому я беру и сжимаю бусину, чтобы она стала поменьше. При этом тоже формируется немножко как-то другая форма. Вы можете еще немножко вот погладить, покатать эту бусину в руках перед тем, как вы оденете пин, чтобы образовались трещины. Ну, у меня этих кулонов с большими трещинами много. Я вот хочу немножко, чтобы тут сохранился вот этот вот рисунок, вот типа павлинье перо. Поэтому я особо мять не буду. Я просто сейчас одену с этой стороны второй обниматель. Вот. Сделаю вторую петлю и в печку. Опс. Кому показываю, неизвестно. Вот. Видите, такой маленький толстенький получился у меня. Ну, я сейчас сделаю петлю, поэтому я особо не выставляю еще форму, потому что я могу сейчас его опять же помять, пока я делаю петлю. Господи, надо очки одевать. Ничего не вижу. Ну, что-то вроде того. Сделала? Не сделала. Ну, вроде того. Вот видите, опять какая форма. Весь он сломался у меня. Поэтому я сейчас его, после того, как уже одет пин, сделаны кольца, я поправляю форму, чтобы она отлично подошла между этими колечками на пине и обнимателями. Вот обниматели у меня тут литые. Немножко утопились они. Но это не страшно. В этот раз у меня будет маленький толстенький кулончик. Вот сейчас я вам его продемонстрирую. Вот смотрите. Видите какой? Когда он запечется и покроется лаком, это будет красиво. Ну вот. Теперь в печь. Я решила сделать еще вот такую бусину из фимо, черненькую, и тоже покрыть ее золотом. И сейчас на этой бусине я вам покажу, как делать вот эти вот трещины. То есть мы покрываем точно так же, как кулон, нашим листовым золотом. Стараемся развернуть все складочки, если таковые есть. Потому что лишний металл нам тоже не нужен. Если где-то что-то не совсем покроется, это не страшно, потому что мы будем сейчас ее катать и делать вот эти вот трещины. Поэтому промежуточки, которые черные у нас остаются, можно оставить, если они не сильно большие. Вот. Я решила просто использовать вот весь остаток этого металла, чтобы не валялся. Ну, что-то, мне кажется, придется еще все-таки делать бусину. Много. Выглядит немного металла, а когда начинаешь обклеивать, оказывается, что еще кусочки остаются. Вот. Ну, вот примерно так. Вот видите, осталось еще. Вот. Сделали мы бусину, покрыли ее металлом. А теперь берем между рук и катаем ее, меняя немножко форму. Можно немножко овальную, вот видите. И, в общем, меняем немножко овальную форму. Потом стараемся скатать опять, или руками можно вот сжать обратно. И потом в итоге стараемся сделать опять круглую бусину. Вот я вижу, трещинки еще маленькие. Можно, в принципе, даже ее вот так вот, вот размять. Вот так размять. Сейчас я вам покажу. Видно? Надеюсь. И если кому-то показалось, что при укатывании трещинки недостаточно большие, сделайте вот как я, видите, лепешечку.
И то есть я сейчас могу вот так просто закрутить еще раз, как бы сформировать эту бусинку и опять укатать. Опс, немножко туго идет. И мы сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, получилась вот такая вот бусина. Видите, она вся с трещинками. Но это выглядит очень красиво, потому что это непонятно из чего сделано. Достаточно интересно. Ну, я вам покажу сейчас поближе, перед тем, как я отправлю их в печку. Я вам сейчас сфотографирую. Я проткну сразу бусинку и одену обниматели здесь, чтобы запекались уже с обнимателями. Можно делать и так, в принципе. Опс. Кулон, и теперь остается нам его покрасить. Я буду красить вот таким вот лаком от Eberhard Faber. Это лак специально для моделирующей массы. Можно также красить вот таким лаком оригинальным от Fimo, но я стараюсь его использовать редко, потому что он очень дорогой. Поэтому будем красить тем, что подешевле. И прокрашиваем просто бусину, которая сидит у нас на палочке для удобства. Мы ее прокрашиваем лаком. Не бойтесь заходить на стеклышки. От лака они также и будут блестеть, как без лака. И вот когда мы прокрасили этот кулон, мы оставляем его высыхать. Минут 10-15, лак сохнет очень быстро, и затем уже можно собирать готовое украшение. То есть у меня осталась еще вот капелька, я пролакирую эту капельку и потом соберу кулон. Ну, это я вам уже показывать не буду. Я надеюсь, принцип работы вы поняли. То есть у нас получится в итоге вот такая вот подвесочка. Мы сделаем обниматели, оденем, вставим пин, подвесим карабинчик и сделаем какое-то украшение еще внизу, какую-нибудь подвеску. Ну, я, наверное, сделаю вот эту вот капельку. Где-нибудь, когда-нибудь я вставлю вам фотографию с этим украшением. А может быть, даже в следующем видео я буду иметь его на себе. Я надеюсь, что видео оказалось вам полезным, и вы сделаете себе такие украшения. Гарантирую на 100%, никто не поймет, из чего это сделано, и все будут глазеть на ваши украшения. А вы не выдавайте секретов. На этом я прощаюсь. Спасибо за внимание. До следующих встреч.